Давай попишем, посмотрим. Итак, всем привет. Клан Кобра. С нами Низи 4. Зовут Нияз. Пуриш сейчас присоединится. И Борзый, но он не в конфе. Мы уже прошли один раз захват этот. Так, в легкую наметили пару планов, как действовать на этой карте. Сейчас пробуем КВ с кланом Шаманы. Что из этого выйдет, понятия не имею. Карта настолько сильно мудреная, с множеством лазов и разных дырочек и проходов, что нужно следить 360 градусов вокруг себя. Так что посмотрим. Возможно, что ребята из клана Шамана лучше знают эту карту и нас затащат на этом КВ-бою. Но мы тоже не пальцем деланы, обещаем дать им хороший отпор. И посмотрим. Пацаны молчат, потому что они стесняются, даже здрасте сказать не хотят. Хорошая речь. Это был Пуриш. Он играет. Он пока что с нами не играет. Играю, он подсоединился. Осторожно, граната! Давайте будем посмотреть. Так, мы играем пока что 3 против 4. Неясно, здрасте сказать не хочешь? Здорово. О, это был Нияз. Так, я обошел с их респы, пока что никого не вижу. Мина на первом этаже, осторожно будьте. Верните коды запуска на базу. Ой-ой-ой, двое наверху, прям надо мной сидит. Да, даже... А, здесь и медик, двое на мне. Ух, прям мясорубка. Нет! На мне, резает. Вот. Кинь гранату. Уходи, уходи, уходи. Иди беги домой, иди беги. Беги, беги, беги. За тобой бежит медик. Ай-яй-яй. Зад, красава, чухай! Все, пусть резаются все, что хотят, да, они не могут резаться, у них один уже не остался. Вон он, уходи. Он тебя не зовет, он тебя последним идет. Красавец. Это был скилл Нияз. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Раунд начался. Карту никто толком не знает, кроме Нияза. Он же знает все здесь. Лаза и вылаза. Я не знал, что там можно было сидеть. Они туда все вместе забрались. Не раш один, не раш один. Коды запуска взяты. Упс. Коды тащи пока потихоньку. Ну так идемте со мной на прикрытие. Я же стопудово вон они бегут уже к нам на рез. Они уже там. Осторожно, граната! Молодец. Я думал, у тебя он завалит, я его сейчас свалю. Хорошая стратегия. То есть я отвлекающий маневр. Не, ну я бы все равно не успел развернуться просто. Он уже начал стрелять. Да ладно. Граната! Задел кого-то не сильно, но задел. Мина на первом этаже. Блин, не взрывайте мину, что ж говорите. Они у себя на подсадке крыс. Верните коды запуска на базу.
Ай! Это... Блин. Тащи, Пурыш, тащи. Сараюсь. Ай-яй-яй. Есть. Раунд выигран. Мы захватили коды запуска. Сейчас будут говорить, мы тащены. Ну ладно, нам... Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. На нас можно за это не злиться, что мы нубы, потому что, ну реально, мы очень плохо знаем обстановку и пытаемся действовать по... По ситуации. Ситуация всегда говорит, бери, бери ноги в руки и чухай оттуда. Верните коды запуска на базу. Блин. Оттащи коды, короче. Сзади нет. Сверху над тобой серый. Был. Мои. Нельзя. Не дотащил. Ты один? Ты один, да. Фуак! И вот, блин. А. Ты это говоришь, не взорвать было. Мины. Блин. На респиан. У нас? Был. Блин, у меня миллиметр жизни. Миллиметр просто. Труп исчез. Команда раунд за нами. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Блин, столько раунд предметов начался. Разных, желтых, синих, блин, не можешь определиться, где к чему. Так, я начинаю дурацкая привычка бегать по одному и тому же маршруту. Это очень не нравится. Кидай гранату! Один есть. Блин, за мной. На лестнице. Еще один, еще один. Мы победили. Упс! Упс. Ты всех завалил? Не, не всех, двоих подряд. О, вот тут можно со снопом. Но они, правда, не затащат, я так понял. Сразу глок убери. Да, вот это начинается, не нравятся мне такие эти. Фу ты, блин, напугал. Блок убери, шмок убери, ну давайте. Блин. Очень сильно снайпера, очень сильно удар. Опять не догнал, да что такое? Пали. Убил, ну, что ли, снайпера? Нет. Я успел поднять, и тот успел бежать. Это кто был? Из наших борзы. Борзого завалили, вон он. А нет, это не борзого. Нельзя. Чё по у них хорошо. Так, играет. Наверху он. Вижу. Блин, как же туда попасть? Через некоторые предметы странно, я не могу пролезть. Почему тоже не знаю. Как, блядь, туда попасть? Ёпал, во. Ну, борзы. Мы выиграли раунд. Блин, куда я побежал, черт его знает, короче, неважно. Куда-то побежал. Итак, 6-0. Клан шаманы, в принципе, звание соответствует нашим. Вот так. Никто не вышел в минусе. Да. Всем пока, подписывайтесь. Красава.